Здравствуйте! Мы продолжаем серию рубрик на тему защиты прав потребителей. Как не допустить ошибок при покупке квартиры, машины, дачи? Как вернуть некачественный товар? Все вы это узнаете из моей рубрики в программе «С 7 до 10». В предпраздничном ажиотаже различные магазины предлагают скидки и различные подарки. Вот и Татьяне из города Сургута повезло. Она купила морозильную камеру, и ей магазин в подарок дал кофеварку. Все здорово, одно плохо, придя домой, выяснилось, что морозильная камера не работает. После проведения проверки качества товара, магазин сказал, что он эту морозильную камеру заберет. И вот теперь возникает вопрос, а что с кофеваркой? Должна ли покупательница возвращать этот подарок магазину или нет? Отвечаем на этот вопрос. Дело в том, что согласно закону о защите прав потребителей, кофеварка ведь тоже является покупкой. Если вы обратите внимание на тот чек, который вам дали, в чеке будет стоять две позиции. Первая – это морозильная камера со своей ценой. И второе – это кофеварка уже с ценой 0 рублей. Поэтому, когда вы оформляете сдачу некачественного товара и вы имеете право вернуть деньги за некачественную морозильную камеру, то кофеварку, подарок от магазина, вы не обязаны сдавать, и она останется для вас в качестве утешительного приза в преддверии Нового года. Поэтому будьте внимательны при совершении сделок и покупок и помните, закон о защите прав потребителей всегда на вашей стороне.